11 августа пройдет второй открытый кубок «Росэнергоатома» по баскетболу 3-на-3 среди сильнейших команд Российской Федерации, в составе которых чемпионы мира, Европы, игроки сборной России. За лидерство с ними поборются команда «Динамо Росатом», сборная области и Смоленской АЭС. Торжественное открытие соревнований в 12:00. 12 августа, в день физкультурника, эстафету баскетбольного фестиваля примут юные спортсмены. Понаблюдать за их игрой все желающие смогут с 13:20 до 17 часов. Эпицентром всех баскетбольных баталий станет площадка около здания реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС в 4-м микрорайоне.